Федерация самбо Севастополя впервые проводит подобный учебно-тренировочный сбор. В нем принимают участие 15 самбистов и 3 тренера. Это самый главный старт. Первый старт это был Крымский федеральный округ, на котором наши спортсмены, самбисты, отборолись. И тем более отборолись хорошо. Мы сейчас ведем команду. Это, наверное, давно такого не было, что 8 человек ведем бороться. Ежедневно в течение 2 недель спортсмены проводят по 2 тренировки в спортзале 2-й спортшколы Олимпийского резерва. Именно этот сбор к чемпионату России по самбо организован очень на высоком уровне. Это начиная от питания до фармакологических, какой-то поддержки, полностью экипировка и так далее. И тренерское сопровождение очень на высоком уровне. С нами работают наши старшее поколение, чемпионы многократные, призеры мира, передают нам свой опыт. Поэтому команда находится в полной боеготовности, как говорится. Я думаю, что мы очень скоро привезем сюда в наш город медали с чемпионата России. Костяк севастопольской сборной – опытные самбисты, мастера спорта, победители крупнейших международных форумов в самообороне без оружия. Я считаю, что сбор наших самбистов перед чемпионатом России по самбо проходит плодотворно. Люди отдаются на все 100%, потому что понимают, что соревнования серьезные. Тем более в составе России это первое соревнование. Мы провели 2-недельный сбор. Нагрузки уже спали, сейчас люди подходят уже конкретно к соревнованиям, кто подгоняет вес, кто дорабатывает технику, как бы и в стойке, и в партере, там посадка, отточка на болевые приемы. На всероссийском чемпионате выступят 8 севастопольских спортсменов. Арсений Ковалевский, Владимир Милянский, Дмитрий Долгов, информационный канал Севастополя.